В Доме культуры города Гагра прошел новогодний праздничный концерт, организованный отделом образования и директорами школ района. Перед началом праздничной программы заведующий отделом образования Беслан Дбар, заместитель главы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба и председатель профсоюза учителей района Марина Багаева поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом, пожелали учащимся успехов в учебе, а учителям и родителям здоровья и терпения. Затем силами учащихся школ района была организована обширная праздничная программа, в ходе которой дети пели, танцевали, поставили сценки из отрывков сказок. Также был организован показ национальной одежды. Словом, новогодний праздник был полон радости и веселья.